Штраф за гениальность – это не фигура речи, а вполне реальный исторический факт. Дело было давно, но память о нем сохранилась. В 5 веке до нашей эры в древних Афинах жил выдающийся древнегреческий поэт по имени Фриних. К сожалению, его труды не сохранились до наших дней. Однако по отзывам современников можно судить о том, что он был действительно гениальным художником слова. Однажды он написал трагедию «Падение Милета», которая была посвящена недавним событиям, когда персидский царь Дарий I совершил успешную военную кампанию и захватил город Милет. Когда трагедию представляли перед почтенными афинянами, она произвела столь сильное впечатление на зрителей, что публика начала неистово плакать. Ревели буквально все, так как Фриних очень красочно описал величие города Милета и его последующее падение. За напоминание ранимым афинским гражданам об их недавнем несчастье на поэта был наложен штраф в 1000 драхм. Представление самой драмы, разумеется, было строго запрещено. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал ИФО. Спасибо.